Дорогие работники ясли и сада номер 10, воспитатели, няни, повара, медицинские работники, музыкальные работники, трудовая интеллигенция, поздравляем вас с днем дошкольного работника! Наш любимый детский садик, у тебя сегодня праздник. Мы все дружно поздравляем, кто работает здесь с нами. Мы желаем вам здоровья и терпения желаем. Поздравляем вас с любовью, дружно жить и обещать. Пусть любовь, что нам даете, непременно к вам вернется. Ярким цветом жизнь вас квасти, радости, добра и счастья. Кто артисты открывают? Я Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове любви и красота, Россия, Россия, Елена Борисовна, к нам приехала российская эстрада. Всем музыкальный зал. Дорогие сотрудники детского сада «Лозой», вас поздравляю. Звезды российской эстрады, встречайте! Как горизонт, белый берег зачем?
лишь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бору злой огонь кипит, он чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока. Сейчас пожелаем улыбок, добра, суток, смеха, светло. Очень интересно, и нам некогда скучать. Мы рисуем, учим песни, вместе весело играть. И не хочется порою детский сад нам покидать. Мы за вас стоим горою и готовы защищать. Здоровья, успеха, любимые силы, у светлый погаснет, галять их сердца. И чтоб на высылом сердцем любили, и счастье, огромного счастья в глазах.